Борис, продолжай рассказывать о сюрпризах, которые стоит нам ожидать в праздничный день от мужчин. Хорошо. Значит, в этот день у мужчин принято украшать стены на кухне миксером. А в попытках, конечно, приготовить свой любимый торт. Или облагородить ее платье роскошными следами от утюга. Но самое главное, что мужчины это делают не со зла, а от большой любви. И поэтому давайте не будем ругать наших дорогих мужчин в попытке сделать для нас что-то приятное. Ну и, конечно, главное, чтобы не пришлось после таких попыток делать ремонт. Слушай, чем пятна от вина на стенах лучше закрасить? Пятна от вина, говорю. Я звоню тебе дома. Целый день сидишь дома. Ты не хочешь со мной гулять, а вчера отказала опять. Для тебя любовь моя такая ненужная и такая противная. Но все же ты девочка видная. Я с тобой герой, я с тобой ковбой. Я с тобой, я твой. Защитить смогу тебя, все смогу. Ты верь, все смогу. Ты верь, ты поверь в меня. Тома, я люблю тебя. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю, Тома. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю. Меня не стесняйся, Тома. Не будь со мной сурова. Не смотри, что толстый я. От любви худею день ото дня. Вышло так, что ростом мал. Зато много книг я прочитал. И не будет скучно тебе со мною наедине. Я с тобой герой, я с тобой ковбой. Я с тобой, я твой. Защитить смогу тебя, все смогу. Ты верь, все смогу. Ты верь, ты поверь в меня. Тома, я люблю тебя. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю, Тома. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю, Тома. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю, Тома. Тома, Тома, выходи из дома. Тома, Тома, я страдаю.